и быстро. Вот Армен Антонян, виолончелист, виртуоз и композитор. Родом из Армении, живет и работает в Испании. Обладатель уникальной виолончели, о которой я говорил, 250 лет. Получил ее в подарок, будучи в Ереване в 87 году. От Александра Вайнрота, солиста Большого театра, который тогда умирал от рака. В последний момент своей жизни Александр Вайнрот принял решение по почте отправить виолончель Армену Антоняну со словами: «Хочу, чтобы этот инструмент звучал для людей». Армен, вы же приехали с благотворительной акцией. Да, да, да. И вот я приехал из Испании, чтобы помогать больницам. Были деньги, чтобы купить и медикаменты, там лекарства, и все, что нужно. То, что я видел в Испании, там в больницу заходишь, абсолютно все есть. А почему они здесь нету, это не ясно. Но я думаю, что как человек мы все имеем право иметь одно и то же, что находится везде. Поэтому я тут. Спасибо. Вас в студии также Эдуардо Фриас Цириса, это пианист. Да. Роман Горегляд, президент Международного форума испанского дизайна. И Евгений Куценко. Ну, где-то он должен Евгений быть. Евгений Николаевич. Нету его, да? Ну, неважно. Это собственник компании «Данкен», благодаря которому он меценат. Мы могли приехать. Мы смогли именно приехать. Что вы нам исполните? Я на сегодня подготовил «Чимай» де Энрике Морриконе. Эта песня, вот именно, вот кто владеет, это импресса «Данкен». Евгений Николаевич Куценко, он обожает эту пьесу. Вчера, когда мы встретились, говорит: «Армен, эту пьесу знаешь?» Я говорю: «Ну, ты возьмем и сделаем». Действительно, вот ты вот профессиональный виолончелист, но эта музыка не в классике. Я говорю: «А что? Пусть будет, не будет классика, но хорошая музыка, везде есть главная задача наш через музыку просто доброту перевести к людям, чтобы у них и сердца, и души открылись, чтобы больше мы чувствовали друг друга». Пожалуйста.